Всего 10 минут ливня, и Иваново затопило. Под воду в минувшие выходные ушли дороги на улице Смирнова и Бубнова, на привокзальной площади, на площади Революции. Ливневки с натиском стихии не справились. Наиболее большое количество осадков выпало в ночь с 11 на 12 мая. Количество осадков составило от 8 до 13 миллиметров. Такое количество осадков является умеренным и не относится к неблагоприятным явлениям погоды. Так что же будет, если осадков выпадет больше нормы? Городские власти потоп не констатировали, отметили, что ливневка просто не смогла справиться сразу. Вода сначала накопилась, а потом, несколько часов спустя, ушла. Ни обрушения, ни засорения ливневой канализации нет. Здесь в каждом случае надо подходить, будем так говорить, индивидуально. Если для того, чтобы вода никогда больше не собиралась на привокзальной площади, необходимо продолжить строительство ливневого коллектора магистрального. Для этого у нас есть метод, для этого у нас есть проект. Ну, мало ли, много ли, для этих целей необходимо финансовое вложение в количестве 16 миллионов. На Смирнова, Бубнова и площади Революции ливнестоки в норме. Их проверяли сегодня днем. Синоптики, как и власти, никакого ЧП в случившемся не видят. И успокаивают. В ближайшие дни повторения потопа не будет. Владельцы авто, ушедших под воду, могут не беспокоиться. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.